Обожаем такие баклажаны. Интересно, много кто любит такие? Много кто любит вкусные баклажаны чесночной кисло-сладкой заправки. Присоединяйтесь. Готовятся проще простого. Отличная овощная закуска. Подать можно даже к мясу или шашлыку. Для начала приготовим за считанные минуты чесночную сладко-кислую заправку. Заправку для баклажанов. Натираем чеснок, несколько зубков, острый молотый красный перец по вкусу, молотый черный перец, соль, растительное масло и уксус. Чистые баклажаны нарезаем не совсем тонко. Кипящую воду солим. Я использую соленую натуральную приправу из соли и большого количества свежей зелени. Обалденная ароматная натуральная приправа. Кому нужно, рецепт на канале. Отправляем баклажаны в соленую воду и варим в течение 7 минут, не более, после закипания воды. Все для того, дабы баклажаны не разварились и остались плотными. В процессе варки обязательно следим за их готовностью. После чего выкладываем, даем стечь от жидкости и остыть. Готовые баклажаны выкладываем слоями. Каждый слой смазываем приготовленной чесночной ароматной остренькой заправкой и свежим укропом. Можно также петрушкой. Отправляем в холодильник не менее чем на 1 час. Баклажаны должны хорошенько замариноваться. Вот такая вкуснота получается. Приятного аппетита нам и вам и приготовления!